Неожиданно для всех, в частности для жителей Песочни и улицы Грибоедова, в мае месяце отключили горячую воду. К счастью, это ненадолго. На 4 дня отключена горячая вода, тоже для проведения тепловых испытаний. С 13 по 16. Это Касимовское шоссе, улица Грибоедова, улица Новая. Частично. Как обычно, горячую воду будут отключать выборочно по всем районам города. Замначальника энергетики и ЖКХ обещает, что больше 2 недель ни один рязанец мыться холодной водой не будет. Планово будет как проводиться? Сначала железнодорожный район, Октябрьский район частично, далее железнодорожный район, Советский район, железнодорожный с Октябрьским районом. Ну, тут очень много попадает накладок, скажем, таких. То есть дома могут быть и в одном районе, и в другом. Разумеется, финансы администрация службы ЖКХ выделяет впритык. Тем не менее, коммунальщики сделают все, что в их силах, дабы не спровоцировать недовольство горожан.